Вот такая история, ребята. Да. Я выступал на сцене, это было во время турне в поддержку альбома Diary of the Madman. Я решил отправиться на гастроли и взял за традицию перестрелки тортами с заварным кремом. Только решил сделать это в более мрачной версии. Шоу ужасов с кусками мяса, когда можно приносить на концерт те же кроличьи лапки. Или печенку. Да, такое своего рода соревнование. И кто-то бросил на сцену летучую мышь. Кто-то приходит на концерт, прихватив с собой мышь, настоящую летучую мышь. Всегда можно пошутить, купить резиновый муляж того или иного животного в магазине приколов на углу. Я подумал, это будет классный прикол, после чего решил укусить эту мышку. Ты укусил ее? Зачем? Господи, ты решил укусить летучую мышь! Ну, с моей стороны, это был такой чисто бессознательный порыв, когда что-то делаешь, не задумываясь. Поверьте мне, если бы я знал, что это настоящая летучая мышь, я бы к ней ни в жизни не притронулся. Ну а так, потом мне пришлось сделать уколы от бешенства. Я Оззи, всегда останусь Оззи, всегда был Оззи. Я всегда пробовал для себя что-то новенькое, и всегда можно было честно сказать, что это что-то новое. Никто никогда не назовет меня парнем, щеголяющим в лосинах и трясущим своей жопой на сцене. Такая уж у меня натура. Я не пойду в мясную лавку для того, чтобы специально вырвать у какой-то свиньи глазные яблоки, а потом выбросить их в окно. Ну, это же такая отдушина. Какую бы разновидность рок-н-ролла вы ни играли, подростки все равно будут в восторге. Я продолжаю верить, что до сих пор интересен таким же, как я. Большинство людей, а нет, многие, а не большинство. Так вот, многие знают меня как успешного артиста, но при этом забывают о моем происхождении. Я помню, что будучи мальчишкой, мне хотелось стать одним из музыкантов Битлз. Пол Маккартни и Джон Леннон были моими кумирами. И мне хотелось добиться такого же успеха. Просто безумие какое-то. В это трудно поверить. По молодости, кроме всего прочего, я работал на скотобойне. А еще работал в морге. Ой, мне просто не верится. Но это правда. О, нет. Я полтора года работал на бойне. Да, ты выбирал явно гламурные работы. Да, у меня был хороший вкус. Я работал на скотобойне и в морге, носильщиком в морге. Честно говоря, мне понравилось. Почему? Потому что трупы имеют свойство рыгать. О, впервые об этом слышу. Чё, правда? Из них выходит весь газ. Моя первая музыкальная работа — настройщик автомобильных гудков на заводе Лукас в Бирмингеме. Подозреваю, что именно поэтому я так полюбил хэви-метал. Я сидел в звуконепроницаемой будке, а чертовы автомобильные гудки в этот момент шли по конвейерной ленте. Вот это прикол, Джон. Офигеть. Как-то я поинтересовался у одного работника по имени Гарри. «Гарри, как давно ты здесь работаешь?» «Этой осенью будет уже 35 лет, и я получу в подарок золотые часы». После таких слов я подумал, мне надо отсюда валить. Брошу-ка я кирпич в окно. Делать то, чем другие никогда не занимались, ведь далеко не каждый сделает то, что я уже пережил. Мне немного не по себе. В моей душе живет тот, кто хочет еще так много сделать. Но я думаю, что по причине моего воспитания, потому что я такой, я всегда был именно таким, мне просто не верится, что все настолько прекрасно и замечательно. Мне не верится, что я так многого добился. Меня стоит шлепнуть по морде и вернуть туда, где все начиналось. Да, вот насколько ты чувственный. То есть для меня все случившееся во многом это предел мечтаний. Кто-то на моем месте потерпел бы полное фиаско. В попытке сделать все ради того, чтобы повторить успех Оззи. Но за всеми моими достижениями всегда стояла определенная трагедия. И можно сказать, что сегодня я просто с этим смирился. Я такой, какой я и есть.